Всем привет! Все стены в ванной комнате были поштукатурены гипсовой штукатуркой. И для лучшей адгезии с клеем все стены пришлось промазать акриловой гидроизоляцией на водоэмульсионной основе. Для экономии материала устанавливаем растворные маяки, чтобы выйти по минимуму. Такие же маяки делаем на всех стенах. А что у нас из этого получится, мы сейчас увидим. Поехали! Так как слой штукатурки не превышает 3-4 мм, штукатурку производим клеем классом С2. После полного высыхания приступаем к монтажу гидроизоляционной ленты. Ленту клеим в местах примыкания стен с гипсовой перегородкой. Монтаж ленты производим на гидроизоляцию. Делаем разметку и устанавливаем направляющие профиля. Первый ряд начинаем над ванной. Для поддержки большой плитки мне пришлось сделать небольшое приспособление. Соединяем две плитки в одну линию, чтобы сделать общий рез. Таким способом наша заготовка будет идеально ровной по отношению друг к другу. Все заготовки полируем, после чего режем фаску. Также корректируем черепашкой. В труднодоступных местах проходим алмазным надфилем. После чего производим укладку плитки для будущего откоса. Thank you.
Далее делаем заготовки для облицовки инсталляции. Следующая стена у нас центруется, и на угол выходит резаная сторона. Делаем заготовки одного размера. Режем. Далее полируем. Все размеры должны точно подогнаны, после чего режем фаску. И производим укладку.
Друзья, желающим увидеть все работы намного вперед, подписывайтесь на мой Instagram. Ссылка под описанием видео. Продолжение следует. Подписываемся на мой канал и жмем на колокольчик, чтобы не пропустить продолжение. И у меня на сегодня все. Всем пока, спасибо за внимание.